Назвали аллею «Ясная поляна» по названию любимой усадьбы великого русского писателя Льва Толстого. Именно в честь него названа улица, на которой и расположилась облагороженная территория. Кстати, создание аллеи приурочено к 450-летию столицы Башкирии. Мы с вами занимаем третье место по России, городов, которые несут вот эту важную миссию. Город в парке. 21 тысяча гектар зеленых насаждений у нас с вами в столице. И наша задача их сохранять и приумножать. Всего высадили 20 деревьев. Однако этим благоустройство не ограничится. До конца следующей недели на аллее высадят еще 300 кустарников, в том числе гортензии, а также 19 черемух, 2 липы и 2 яблони. Сегодня у нас первый этап высадки крупномерных деревьев. Это и декоративные яблони, так называемые сакуры, и декоративные липы. Все это благодаря поддержке депутатов городского совета, предпринимателей, бизнеса района. Без них этот проект не был бы возможен. Активное участие в акции приняли и местные жители, которые помогали в высадке деревьев. Тоже рядом живу, хоть ходить гулять здесь, как хорошо будет. И дети будут гулять здесь. Красиво здесь будет вообще. Хорошо здесь стало и на самом деле давно требовалось, чтобы такое здесь было. Жителям республики за один день в рамках акции «Зеленая Башкирия» удалось высадить больше 6 тысяч деревьев и 57 тысяч кустарников, а также создать больше 40 аллей. Напомню, она проводится дважды в год – весной и осенью. Алина Акчурина, Рустам Лукманов, «Вся Уфа».